Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими депутатами от «Единой России» проинспектировала ход строительства школы на 1100 мест в Звенигородском микрорайоне «Восточный». Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и отработки наказов народной программы. На объекте представители подрядчика ознакомили депутатов с ходом строительных работ. «Это очень важный объект, который с нетерпением ждут жители Звенигорода», отметила Лариса Лазутина. Также парламентарий в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» проверила ход установки нового оборудования в котельной поселка Горбольницы номер 45. Сейчас на объекте завершен монтаж второго нового котла. Кроме того, продолжают работать две модульные дизельные котельные. Это позволяет поддерживать комфортную температуру в квартирах жителей поселка и в больнице номер 45, отметила депутат.